tătească și minun. Vițămăr Gorodă Claipide, generalni consul Ruscii Federației, gostii zrițelii концерта. От лица Центра национальных культур при Клайпедском самоуправлении совместно с национальными общинами города разрешите всех собравшихся сегодня в этом теплом уютном зале поздравить большим-большим праздником. 15 лет назад, благодаря энтузиазму нескольких людей, община начала свою деятельность, начала свою жизнь. И вот сегодня прошло уже 15 лет, а вы не устаете нас радовать своими достижениями, радовать тому, как вы активно участвуете в культурной жизни города Клайпеда. Яркая, самобытная, необычная, красочная, светлая и очень теплая община. Мы от всей души поздравляем вас сегодня с этим прекрасным юбилеем. Хочется сказать еще то, что община постоянно обновляется, и то, что в общине образовалась воскресная школа, это было очень правильное решение членов общины, так как ваш язык, ваша культура, она не только сохраняется, но она и передается молодому поколению. Сегодня также мы еще с миссией от Департамента национальных меньшинств поздравить общину и разрешите вам зачитать поздравления. Tautinė mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. Gerbėmėjai Klaipėdos miesto totorių bendrijos NUR nariai, pirmininkė Žemina Agarova. Nuoširdžiai sveikiname jūs ir totorių bendrijos NUR narius 15 metų veiklos proga. 15 – tai tarsi ataskaitos taškas, kai galima įvertinti atliktus darbus ir galvoti apie naujus didesnius ir svarbesnius. Džiaugiamės aktyvę jūsų kultūrinę ir švietėjišką veiklą, kurią pristatote Klaipėdos miesto gyventojams. Linkime daug drąsių idėjų, naujų atradimų, džiaugsmo, kad nuveikti darbai ir ateities planai skatintų nuolat judėti pirmyn. Rasa Paliukienė, ryšių su tautinės bendrijos skyrius vedėja, sveikina visus susirinkusius. Ačiū. Удачи вам в вашей благородной деятельности по сохранению культуры, языка и развитию, конечно, связи с вашей этнической родиной. Продолжайте. Спасибо вам большое. Все присоединяйтесь к нашему поздравлению. Разумеется, мы, как гости замечательной страны и прекрасного города, рады видеть, что такое единение. И, конечно, разумеется, пусть таких праздников будет больше. И этому способен замечательный дом, который собирает все национальности. Это прекрасно. Сколько подарков. А вот это подарок, который все желают попробовать даже, да? Разумеется. В Нур-Шарипа, представляя свою организацию, сказал, что вначале их было всего 15 человек. А мне кажется, что община НОМ появилась вот так вот вдруг, ярко, стремительно, заняла такое достойное место в иерархии общественных организаций города. И, конечно, Нур-Шарипов очень достойно на всех уровнях представлял эту организацию. Можно говорить очень много и о талантливых людях, и об ансамбле, о шикарных костюмах, о прекрасном празднике Сабантуй, но больше всего хочется сказать о людях. Я не знаю, это типично для клайпедских татар, а может быть, это национальная черта такая. Открытые, теплые, сердечные, доброжелательные. Вот такие люди, потом хочется иметь в друзьях, в соседях, в родственниках и даже просто радостно жить с вами в одном
городе. Я очень рада, что у нас есть общее дело, которое мы делаем вместе с вами. И я надеюсь, что все это идет на пользу нашему городу. А цветы, вот двор Шарипа, он где-то в середине зала. И мне будет не добраться. Летящий поход, он идет в лап, после таких слов разумеется. Дружба на всех, он как и прекрасно. Душа радуется, действительно. А я в заключение хочу сказать, что сегодня татарскую общину мы поздравили азербайджанская, украинская, польская, белорусская, немецкая и русская общины. Всем благ вам, ваших делах. Хочу выразить большую благодарность всем председателям общин, членам общин, которые так велико нас подняли. Спасибо большое. Друзья мои, разумеется, подытожить все сказанное можно только одним. Вы и мы вместе за дружбу народа. Кстати, так и называется